субботу в Самарской области будет ясная и малооблачная погода. Местами пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза. Температура воздуха днем 26-32 градуса тепла, ночью 16-18 выше 0. В Сызрани облачно, небольшой дождь с грозой, днем плюс 29 градусов, ночью плюс 16. Восточный ветер 1 метр в секунду. В Тольятти малооблачно, днем плюс 29, ночью 17 градусов выше 0. Ветер восточного направления 3 метра в секунду. В Самаре ясно, вечером возможен небольшой дождь, в дневное время плюс 32, ночью 17 градусов выше 0. Ветер восточный 3 метра в секунду, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 35%, температура воды в реке Волга 20 градусов, геомагнитное поле возмущенное, умеренная геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.